Итак, поехали. Согласен. Здравствуйте. Это смешно, извините. Я, значит, баллотируюсь на президента Российской Федерации. Будете я вас снимать за меня, за президента Абобу. Есть вопросы или нет вопросов, товарищ? Пожалуйста, дам ответ на любой ваш вопрос. Абоба. Пожалуйста. Видео личного характера было выложено в интернет, и был очень большой общественный резонанс. Практически на всех медийных площадках это обсуждалось. Блять, да как этот сын говна, сын проститутки, сел ко мне в машину, я в рот ебал. Убей его нахуй, да, застрени эту тварь. Просто убей его нахуй, это дерьмо, блять. Выеби его в жопу, блять, и выкинь на мусорку. Я застрял! Вот мой вопрос к вам такой. Вот такая ситуация... Они сейчас начнут донатить, типа, тебе только Малакаса, то есть ты Я уйду со стрима. Да. По 2x тогда, по 40 за минуту, если пусть будет донатить. По 100? Профессионально. Че, блядь, давай не жать, не считай. Это не считается. Это не считается. Я не знаю, это вброс. Сука, если там этот пидор. Куда поехал лолуваться донатить? Кровосток, кровостик. Череповец! Заебись. Куда поехал ХТТП? Спасибо, посмотрим обязательно. Спасибо. Спасибо большое. Смотрим пока Боба. А это можно ускорить? Да что это? Какое вредное, а? Я могу ускорить перевод денег тебе на банковскую карту, разве? Чтоб ты это... Блять. Вот ускорил, вот, он завис, вот, да, блядь. Вот а вот. Это ты виновата. Это ты виновата. Смотри. Вот как в клипе у, сука, Soundgarden, так вот, типа, блядь, вот, чтобы глаза... А ты не смотрела? Она заложила дорогу всем другим полноприводным автомобилям. На Black Hole Sun. Да, но тот клип ты не смотрела, в котором ему так глаза раскуячены. Сейчас как раз посмотрим. Важнейшую новость прошедшей недели. Телефон 2-9-2-5-5-8. Куда ни кинь, всюду кризис, на 50 тысяч ничего и не купить. Мучился Леня Голубков. Спасибо большое. Алло, здравствуйте. У вас есть машина Абоба? Чего, блядь? Не понял. А, это типа... Фекалис. Понятно. Блядь, похож, смотри как. Да, вот это как бы нормальная системная позиция, а не этот ваш Навальный. Жизнь черных. Анальный. Понятно. А то это. Вот Лёшка анальный. Лучше бы Валака стал презиком. Правильно? Вот он реально как бы... Пизда, иди смотри. Я не знаю. Лицо в 7 классе на уроке физики, когда объясняю. Так сегодня, блин, я просто пришла с физики в 7 классе. Ну это-то классика, это знаешь. Это важнее урока. А, понятно. А кто это? Я не знаю, у меня в городе мало черных. Как тебе Октябрьский район, ебать? Нормально, я там срал. Передай привет Тайлеру Дердену, ебать. Привет. Я что тут не понял. Привет передаю, лишу. Я что тут пришел, привет и передала, чешу, а? Что это вам? Радио привет, чешу. Кто? Своровал все донатики, это, ну да. Ага. За подобные словечки, блядь. Бывают в жопе уздечки. Кто пишет по 2 одинаковых сообщения, один за другим, тот пидорас. Тому бан, нахуй, сразу удалите пидораса, заблокируйте его нахуй полностью в интернет, обрежьте ему провод, блядь, и дайте ему пизды. Пожалуйста, быстрее не нервируйте, а. Что вы спросили у Путина? А, Владимир Путин. Понятно все. Все понятно. Ясно. Я понял. Я купил себе водоблок, что вы на это скажете, Владимир. Вопросов больше нет. А, ну да. Давай. О, вот это что-то не смешно, нихуя, вот это. Вот именно вот это хуйня. Да, потому что это ёбаный клад Валакас. Блять, тут не может быть в априори смешно. Когда у него Дудь брал интервью, было очень смешно. Это хуйня вообще не смешная. Почему меня бьют током? Потому что телефон осуждает твои высказывания касательно пожилого жмыха. Меня компьютер током ударил. Вот тебя все ненавидят. Да?
Да смотри пока. Тебе говорит Спутник. Быстрее досмотрим, быстрее забудемся. Вот вопросы эти политического плана, опять про Навального, опять... Я видел это видео, честно сказать, сидел на туалете, да, сказать, ну, люблю посмотреть видео. Вот, я вот пока какакать ходил, значит, в туалет сел, покакал, и, значит, смотрел, полчаса посмотрел, потом опять, когда какакать и шел, продолжил просмотр видео. Вы знаете, честно сказать, вот многие думают, что это очень плохо, это очень неправильно, да, что человек тратит большие деньги, сказать, так, на свои нужды. Но это неправильно, вы неправильно подумали, с другой стороны, нужно было подходить к ситуации. На самом деле, для чего нужен такой большой дворец? Да вот у меня есть информация, которая нет ни у кого. Вот все вот это, что вы видели, весь этот дворец, это сделано не для него, он делает, понимаешь? Он не для себя его строил. Села бы лучше мне отсосала, бы я тебе нормальных денег заплатил, чтобы нормальную квартиру, двушку купила, а не в однушке с Анной жила бы. Чего-чего? Здравствуйте. Здравствуйте. Как относитесь к Алексею Навальному? Вчера встречался лично с Навальным, значит, в аэропорту в Москве. Встречался с Алексеем, значит, общался, да, мы с ним обсуждали. А моменты некоторые, значит, у нас интернетные, скажем, интернетные, скажем, деятельности, да, вот в плане политической. Вот, он ничего страшного, все нормально, все обсудили, встретились, так скажем. Мы не успели, не смогли немножко посидеть вместе, поболтать, так сказать, обсудить дальнейшие планы, но ничего страшного, ничего хорошего. В смысле, ничего плохого, не, собственно, ничего хорошего. Все нормально, все прекрасно. Да, сейчас я на связи с его женой, вот все нормально, только что смс-ку написала, сейчас она в душе, все прекрасно, что она отдыхает. На свободу завалил. А, ну да. Он этот дворец сделал для людей. То есть он планирует, когда уйдет с поста своего, да, он этот дворец, он будет жить, да, вы знаете, вот как... В ЛС. Можно же тебе в ЛС скрины отправиться? Конечно, конечно. Ну, лучше не в ЛС, а в паблик скрины со стримов моей семьи. И похожая ситуация с Майклом Джексоном. Он сделал большой вот этот парк развлечений, и там были дети постоянно, понимаете, дети игрались в этом парке, и он любил все это. Дети, наш, вечные наш, дети. Уважаемый царь, да, он это делает так же для людей, и для себя. Он хочет, чтобы когда он будет уже прямо на пенсии, чтобы и вот это, он будет там принимать бесплатно всех людей в этом. Моисей, поэтому такое все большое, с таким большим. Моисей, я живу среди серых дней. Не звезли песков. Веря из Череповца, правда сюда. Спасибо, Валакос Малакос. Да, ребят, спасибо за донаты. Чуть-чуть вы продлили стрим. Он не для себя это делает. Правильно, правильно. Поэтому, пожалуйста, когда вы выйдете на пенсию, вы можете там бесплатно приходить. Там вот там везде в парке купаться и, значит, отдыхать. Владимир Путин молодец. Осуждаем. Классное видео. Ставлю лайк. А ты это на запись? Конечно. Мы просто 10 минут молчали. Да, вот. Да, 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 а, да, я, да. Да, 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 я, да. Я пожелаю саранча.